помыть правильно машину. Каждый считает, что он помыл правильно машину. Как кто помыл, так это он и правильно. Но есть определенные минимальные требования во время мойки машины. И подойти к этой машине. То. Особенно в Израиле у нас много песка, много всяких деревьев, и мелкие листики летят. Они попадают вот сюда, в сборники, между крылом. Попадают сюда, в пространство между крылом и корпусом. Попадают вот сюда, в крыло. Попадают в проемы багажника и дверные проемы. В эти полоски, защитные полоски, как кишу называется, прошающие. Здесь. Они лежат и спокойно себе позволяют гнить металлу, потому что песок вместе с мелкими листиками превращается как в маленькое болото. Немножко сырости, и она продолжает гнить и съедать краску и металл. Вот. Для того, чтобы это не происходило, нужно вымывать в этих местах водой и оставлять их сухими. Но если это просто вода, так она высохнет и ничего не оставит, никакого вреда. А если там вода вместе с песком, тогда пока она высохнет, она сделает уже принесет вред. Для этого мы первым делом обмываем машину хорошо, промываем ее абсолютно во всех местах, где я показывал, для того, чтобы я смог вымыть этот песок. Я знаю, что я дал машину чистую. Дальше, как человек захочет, так и будет себя с ней вести. Окей, сейчас я возьму этот шланг, в котором мы работаем, и начну обрабатывать машину. То есть, в принципе, имея человек вот такое оборудование, такой шланг, он может повторить это дома? Можно сделать это дома. Есть сегодня такие шланги, придумывали, которые увеличивают давление достаточно. Если ты это делаешь дома, и хотя бы один раз в неделю, и заходишь именно в те места, ты делаешь то же самое, что и я. Можно делать постоянно. А если ты это не будешь делать, то придет состояние не очень хорошее. А что будет, если не мыть машину? Она, во-первых, так, краска пострадает из-за того, что слой песка и грязи, в принципе, то, что она на ней собирается, есть химические осадки. Я начинаю обмывать машину. Обмываю машину именно в тех местах, где я говорю, что где собирается пыль и грязь. Окей? Да, сейчас здесь есть полюши тепло, а здесь его нет. Мы сейчас подготовим всю машину, она будет вся такая. А как правило, вы моете, мойку используете исключительно для передполюшевого состояния, да? Так можно сказать? Перед полюшем обязательно ты должен помыть машину. Во-первых, все эти места, которые я говорил, надо обмыть, промыть и приготовить. Легче работать на чистой машине, ты знаешь, что ты встретился с химическим дождем, хотя он напоминает пыль, как будто бы пыль на машине. Когда эта машина чистая, значит ты именно воюешь именно с этим дождем. Когда машина грязная, ты не знаешь, что ты снимаешь. Или ты растираешь ту же самую пыль по машине, или же ты снимаешь этот химический дождь. А что значит химический дождь? Химический дождь – это остатки горючего с химических заводов, дизельных машин, автомобилей. Вся... Он не капает с неба? Он падает с неба. Это при выхлопе из труб химических заводов, любых заводов, при выхлопе выделяется черный дым. Это черный дым не просто так. Это не сгоревшее до конца топливо. Это делают обычно, когда чистят трубы. Чистят бойлеры этих заводов. Это делается или рано утром, или поздно вечером. Вместе с этим выхлопом у нас на улице есть осадки. Это роса утренняя и роса вечером.
И вместе с этими насадками опускается сгоревшее топливо, этот химический дождь. Так и потому называют химический дождь. Он опускается на машины. Можно сказать, что мы даже дышим этим, но что? Тут я уже не могу ничего сказать, так как... Это уже не твоя специальность. Это уже не моя, не мой профиль. Да. Вот. А скажи, а чем ты намыливаешь? Каким-то особым... Мыло, которое... Хозяйственное? Нет. Это мыло, которое мы покупаем, специальные гравировки машин. Щетки эти тоже специальные гравировки машин, они необычные щетки. Чем необычность? Она необычна тем, что каждая из ворсинок в конце, я могу показать потом на новой щетке, на сухой, в конце имеет вид, как будто бы маленькая кисточка. Ага. Она для этого, она не оставляет царапины. Она не оставляет царапины и... Можно приобрести в свободном продаже? Да. Да. Ее цена в Израиле 25 шекелей в магазине не оптовом, а обычно. $5. Да, что-то будет. Нет, почему? Ну, примерно $5, потому что нас будут смотреть во всем мире, чтобы люди знали. $5 плюс-минус. Они продаются в свободной продаже, нет проблем. Мыло тоже продается в свободной продаже. А мыло как-то называется оно? Или... Всего-навсего это мыло для мойки машин. Мыло для мойки машин? Да, если ты пойдешь покупать, если просишь мыло для мойки машин, любая фирма сегодня делает это мыло. По всей видимости, там есть состав, который именно на жир, да? И упор, да, упор он расщепляет жиры, конечно, и дает небольшое восковое покрытие. Да. В данном случае оно нам не нужно, но оно нам и не помешает. Это второй шлав, да? Второй уровень. Мы сейчас смоем это мыло и начнем подготовку машины для полиша. То есть пока это была помывка? Это предварительная мойка. Мы смыли мыло, и сейчас я могу опять начать обрабатывать машину, как это было сделано на образце, с наждачной бумагой, которая предназначена для полировки машин. Эта же наждачная бумага я использовал для пар. Просто-напросто снимаем этот налет. Если бы камера увидела, то после того, как я помыл машину, после того, как я был ее с мылом, есть темный налет, я не знаю, это видно. Вот этот темный налет, это и есть вся эта оксидация, окисление краски и этот химический дождь, который я снимаю с краски. Чем тщательнее я затру машину, тем лучше будет ее поверхность, и она будет поддаваться полировке лучше. Окей, таким образом мы обходим всю машину. Дальше ребята продолжат подготавливать машину. Мы перейдем к другим делам, а потом мы продолжим полировать эту машину. Окей. И вот сейчас ребята займутся подготовкой машин, потому что, например, вот здесь есть несколько нюансов. Например, удар от дверей. Синяя машина, белая машина, видно прямо по краске, которая осталась после удара. И зелененькое что-то интересное протерли здесь, не знаю что. Это должно уйти, этого не должно быть. Это черненькое тоже должно уйти, этого не должно быть ничего. Тем более вот это. Окей, все эти полосы выглядят как царапины, но это не царапины. Это все находится на краске. Вы будете сейчас видеть, как это Миша снимет. И продолжение вы увидите сами. Я показаю. Все. Все. Можешь вот этот угол заснять как пример. О! Это здесь
краски нет, здесь даже шпаклевки нет, здесь нечего. А вот это здесь. То есть здесь можно поработать, да? Да. Здесь практически вот эта вся чернота процентов на 70, а то и на 80 на углу после подготовки уходит. Это то есть то, что на краске. Сколько времени занимает предподготовка в среднем? Здесь время колеблется приблизительно, наверное, от получаса до полутора часов. В зависимости от каком состоянии машины. А твой прогноз на эту машину? Полчаса. Полчаса. 40 минут. Даже может быстрее. Это только предподготовка, да? Да, даже может быстрее. Потому что у нее стандартная ситуация. Она просто от старости набрала в себя. А, вода обычная, да, используется сейчас? Да. Даже не фильтровая. С рыбками? Нет, с рыбками это перебор. Не прошел тест? Можешь для примера заснять. Это то есть на краске практически она вся уходит в процессе подготовки. Даже... То есть это и есть предподготовка, снятие краски, да, и не всяких... Не краски, а вот этой гадости с краски. Ага. Всяких грязных наростов вот этого чужой краски, допустим, да. После такого физического вмешательства она будет матовая, блеска на ней не будет. И полиш, задача полиша восстановить блеск и придать ей первозданный вид, если там есть, конечно, чему придавать, если присутствует еще краска на машине. Можно поступить иначе. Что вы используете? Это своего рода, как он называется, растворитель. Но определенной марки. Так как он не портит автомобильную краску и убирает то, что на ней. Если взять не тот растворитель, можно снять вместе с автомобильной краской. И опять же, даже после такого вмешательства на эту машину, на это место нужно делать полиш, так как сам растворитель имеет свойство уничтожать блеск. Здесь мы продолжаем, проходим это место еще раз. То есть, если простыми словами, все, что на краске, все возможно снять. Там, где ее нет, полиш бессилен. Лишнее, что должно было сойти с машины, сошло. Сейчас мы ее вытрем и поставим ее на полировку. И предподготовка завершена. Предподготовка перед полишем завершилась. Итак, мы переходим к полишу, полировке машины. Полировка машины – это, значит, однородно нанести царапины, начиная с крупных до самых мелких, включая полиш, самый мелкий, который тоже наносит мельчайшие царапины. И эти царапины помогают нам тем, что, грубо говоря, как расческа. Чем гуще зубчики, тем мельче волос. У меня, например, совсем маленькую
расческа. Не в этом дело. Имеется в виду, что чем выше шпицы от царапин и ближе друг к другу, тем гладче поверхность. Значит, там нужно дойти до плотности максимальной. Максимальную плотность мы можем получить после бумаги, которую мы сделали. Мы можем получить это только полишами. Полишами с абразивом тоже мы наносим царапины, но очень мелкие. И чем меньше абразив, или же когда он прекращает работать абразив, а начинает работать химически, тогда мы получаем полностью гладкую поверхность. Полностью гладкой не бывает, естественно, но максимально гладкую – да. И тогда мы можем положить на это сверху тефлон. Тефлон – это полимерное покрытие. Полимерное покрытие, которое скрепляется с 5 микронами верхней краски и дает максимальную, в данном случае, максимальную защиту от ультрафиолетовых лучей солнца, которые приводят к тому, что они выжигают верхний слой краски и позволяют, чтобы образовалась оксидация. Оксидация – это кислород вместе с влагой и, естественно, ультрафиолетовые лучи. Все это вместе делает как покрытие. Это ржавчина. На машине ржавчина, на металле ржавчина, на машине оксидация. Оксидация краски. Окей? А сейчас приступим к работе. Можете стать осторожны, чтобы выдвинуть инструменты. Сейчас мы начнем полировать машину. Первым пройдет, естественно, грубый полиш с большим абразивом. Мы будем полировать всю машину, убрать царапины, которые нанесены бумагой, убрать царапины, которые нанесены ветками кустов, деревьев, крыши. Царапины, которые нанесены иногда джинсами, брюками, сумкой. Все, что может сойти в этом случае. Потом мы будем подниматься в количестве зерен в абразиве, это значит, он мельче становится. Чем больше количество зерен, тем он мельче, нежнее. И дойдем до того, что будем использовать этот фонер. Материал. Этот материал, который работает химически. В нем нет абразива, в нем нет ничего подобного. Он работает химически. Он просто как сметанка. Он дает нам возможность загладить полностью поверхность машины. Для того, чтобы работать на машине, полировать машину, можно использовать несколько видов поролоновых насадок. Они существуют разных цветов, это значит, они, чем нежнее поролоновая насадка, значит, машина получается гладче и мягче. Есть такая насадка, называется как шуба, как шерстяная шуба такая. Она предназначена для очень массивной работы, если машина в очень плохом состоянии, значит, надо обрабатывать этой губкой, этой шубкой, можно сказать. Мы работаем этой губкой. Губка нам дает возможность и нагреть краску. Во время нагрева краски мы, естественно, снимаем определенный слой оксидации, который остался еще после всего. То, что остался между царапинками. И придает нам возможность убрать всякие вещи, которые остались на краске, но не сошли на ждачи. Для того, чтобы не испортить краску, мы не прикладывали силу на работе на ждачной бумаге. А губка нам даст возможность это убрать. Окей. Приступаем к работе. В этих местах малодоступных, плохо доступных местах, где я не могу зайти губкой, мы вычищаем грязь между буквами, в углах машины, определенных, где я не могу зайти диском, мы вычищаем зубной щеткой. Просто зубной щеткой, старой зубной щеткой. У нас это называется почистить зубки в машине. Вот. Так, сейчас это вы видите с той стороны сзади. Вот здесь между буквами существует налет. Видно прямо сейчас, как невозможно отмыть это просто так. А если мы сделаем это зубной щеткой, это все уйдет. И тогда будет намного красивее. И несложный процесс, но я думаю, что очень нужно.
А как вы думаете, вот в других местах тоже так уделяется внимание вот таким мелочам? Я не знаю, кто как работает где. Я знаю, как мы работаем. И я знаю, что так должно происходить это все. За 18 лет работы я не считаю, что мы на самом низком уровне находимся. Этим мы и занимаемся. А вот сколько время занимает вот вторая часть полиша всей машины? Если мы взять с нуля до отдачи клиенту, без того, что тебе кто-то помешает посередине, два человека за 2 часа могут отдать машину, как должно быть. Если машина черного цвета, нам берет, конечно, больше времени, темные цвета поддаются тяжело обработке и требуют более внимательной обработки. Вот ваш прогноз сейчас на эту машину, время, сколько еще примерно? На эту еще осталось, на это нам еще нужно минут 40. Следующий уровень полировки это более мелкий нежный полиш. А после всего, после мойки мы сделаем тефлоновое покрытие. Так что в данном случае это достаточно. Есть машины, которым нужен третий слой, мы его делаем, естественно. Все зависит от состояния машины, от того, что она требует, то мы ей даем. После мойки, сейчас она пойдет в мойку, мы смываем лишний полиш и делаем ей тефлоновое покрытие. То есть поверхность идеально гладкая. За счет этого вода ведет себя таким образом. То есть так скатываться вода может только тогда, когда есть полиш или новая машина? Что-то вроде этого, да. Вы помыли машину от полиша, который остался после работы. Он не нужен, в принципе. То, что надо было сработать, уже сработало на машине. И сейчас мы убрали это лишнее пыль. После этого мы высушим машину, вернем ее на место в зал и нанесем на него полимерное покрытие. То есть должна быть абсолютно сухая или достаточно, что вот так вот тряпочкой? Сухая, она высохнет. Я после того, как мы вытрем ее около джильдами, это не тряпочки просто, это джильды, которые очень хорошо впитывают воду. И она еще постоит, мы пока поработаем, сделаем пару вещей вокруг, подсохнет краска, и тогда мы положим на него полимерное покрытие. Это уже теплом, да, пошел? Да. А какова функция тефлона? Защита. От солнца. И от солнца тоже. Самый простой пример, допустим, если птица нагадила на автомобиль, это явно не к деньгам. Если без тефлона краску съест в течение 2-3 дней, то при наличии тефлона на краске это происходит в течение 3-4, а то и 5 дней. То есть есть время принять меры, помыть машину или хотя бы снять. И аккуратно снять. То есть у тефлона не чистящая как бы задача, а именно защитная, да? Но он придает и блеск тоже. И блеск тоже. Более такой, да. Все. И
вторая функция это как защита. Или наоборот, первая функция защита, вторая как блеск. То есть это в равных степенях. На новую машину, допустим, достаточно тепла, она только как бы, новая машина имеет свой блеск изначально, но свежая краска, и поэтому желательно с ногтя, пока краска свежая и чистая, еще не засолена атмосферными осадками и любой другой гадости, прикрыть техником, то есть дать дополнительную защиту, дать дополнительный шанс нюансы нанесения теплона на краску, не трогать пластики, резинки и желательно не приближаться к щам. Потом, после того, как он схватится с краской, очень, очень тяжело его оттуда доставать. Поэтому самый оптимальный вариант обходить пластиковые изделия, то есть ручки, резинки, зеркала, лампочки и все остальное. А тефлон наносится только после полиша? Нет. Тефлон может как самостоятельный элемент готовиться пластилином, если машина не требует такого серьезного вмешательства, как полиш. Возможен более упрощенный вариант, это то есть чистка краски пластилином, так называемым пластилином. Он просто выглядит как пластилин, но на самом деле это не тот, которым играют дети. Это специально разработанный материал для чистки автомобилей, более тонкая, чем наждачная бумага. Имеется в свободной продаже или... Нет, в свободной продаже. Во-первых, он очень дорогой, во-вторых, им надо уметь работать. Это не для обычного бытового применения. Ну да, это для профессионального как бы, использования. Поэтому самый простой нюанс, если уронить его на пол, то он, можно сказать, испорчен. Песчинка две в нем самом могут поцарапать автомобиль. Поэтому там определенное хранение, определенный способ использования. Всякое разное. Это полимерное покрытие, которое состоит из двух полимеров или из трех полимеров. Это бывает в зависимости от фирмы. Разные фирмы делают разные по разным рецептам. Сколько времени занимает покрыть тефлоном и до снятия его? В принципе, сам процесс покрытия тефлона, это тот же самый процесс, как покрытие ваксом. Надо нанести его на краску, дать ему подождать минут 5-7 и снять лишнее. То, что мы видим намазано, это лишнее. Это лишний тефлон. Но для того, чтобы мы видели, где мы работали, он ложится большим слоем. Так, в принципе, достаточно такой мизерный слой, как 5 микронов. Но нанести 5 микронов очень тяжело. Так мы наносим побольше, лишнее снимается. И остается блестящая гладкая поверхность. Он называется, на иврите это называется итум цева, на русском, я думаю, что называется закрытие краски. Закрыть, именно закрыть краску. Чтобы краска дышала, делается тефлон. Потому что вакс, он закрывает полностью краску, он не дает ей дышать. Он не дает ей дышать, даже если здесь где-то существует внутри какая-то минимальная влага, сырость под этим ваксом, она способствует коррозии. Это все. А тефлон он здесь дышит, потому что превращается в интегральную часть краски. Он скрепляется с 5 микронами краски и никуда не уходит, он просто остается как краска. И это его большое значение. А если можно, давайте так вкратце повторим как бы как процедуру. Идет первая очередь помывка, потом... Вначале надо хорошо помыть машину с мылом, потом обработать его или же пластилином, или в данном случае мы обрабатываем бумажкой, наждачной бумажкой с водой. Обработать, снять оксидацию, снять химические налеты, снять, если есть краска от других машин. Все лишнее снимается с краски, подготавливается машина, а потом начинается полировка. Полировка. Два прохода, три прохода. Это все зависит от самой краски. Эта краска подалась на два прохода. Она дала максимум ее блеск и чистоту. Есть краски, которые не дают машины или краска. Или машина, или краска. Краски
без лакового покрытия требует обычно 3 подхода, а краски с лаковым покрытием требует 2 подхода. Краска с лаковым покрытием, но в очень тяжелом состоянии, имейте в виду, сильные царапины, ну, неухоженная машина, требует 3 прохода. Все зависит от того, мы смотрим по машине и принимаем решение, что мы будем с ней делать, сколько раз будет проходить. В данный момент покрытие тефлоном закончилось. Подождем пару минут. Видно? Да. Подождем пару минут и начнем снимать. Так, в принципе, сейчас мы снимаем тефлон. В данном случае мы снимаем его руками. Есть возможность снимать его и орбитом. Такой аппарат, который вращается и вибрирует, чтобы делать красивые ровные покрытия. Да, это может быть и хорошо, но я все-таки считаю, что в таком случае, когда мы снимаем с руками, остается не 5, а немножко больше микронов. Мы не очень сильно нажимаем, мы снимаем только лишнее сверху. Эта машина, когда выйдет на солнце, при воздействии солнца, этот продукт, может быть, это я так думаю, я так считаю, может быть, я не прав, но это мое мнение. Этот продукт может быть оставиться чуть больше, чем 5 микронов на машине. Потому я снимаю руками. Мне это не мешает, людям это не мешает. Только утром или вечером можно будет слегка в начале до первой мойки заметить разводы, а все остальное никому ничего не мешает. Можно уже, да, для финала можно уже снимать. Да, как она подходим. Будет. Ты можешь снять на видео. Ну, смотри, машина гладкая, полностью закрыта тефлоном. И можно сказать, что эти неровности почти приведены к нулю. Ну, нельзя показать. Это показатель того, что машина хороший полис получила. Да, но не это показатель, есть много показателей. Но это один из них. Один из них. Это как бы наш швец. Шуточный такой. Последний швец. Ага. Окей. Потом отлично. Мы на улицу, мы посмотрим, как она. Посмотрите, как сейчас блестит машина. Я надеюсь, вам хорошо видно, как блестит машина. Ну что, финальные пару слов скажи. С этой старушки мы сделали вроде молодую девочку. Это не удивительно взять новую машину и сделать с нее красавицу, она и так красивая. В этом случае машина была в состоянии, требовала полиша. Вот мы видим, гладкая, чистая. Блестящая. Ну, прямо на. Душа плачет. Прямо под венец. Подпишитесь на наш канал, если вам это будет интересно. Пожалуйста. Все. Фирма Clean and Bright. Основали ее 15 лет тому назад. Я и мой напарник, Володя. Вначале мы занимались только полировкой машин. Полировка машин и химчистка машин. Добавили постепенно всякие принадлежности для машин. Постепенно стали добавлять установку чехлов, установка маек и всего остального прочего. И со временем мы научились, это 12 лет тому назад, делать фары, полировать фары. И все это собралось в комплекс. Сегодня мы занимаемся абсолютно всеми этими вещами, и это наш бизнес, то, что есть. Приглашаем вас к нам в гости, посмотреть наш бизнес и воспользоваться нашими услугами.